Внимание и заботу в свой праздник День Матери Люба Оздоева принимает с большой радостью. Она мать-героиня. Родила и вырастила 10 детей, 4 дочерей и 6 сыновей. Поздравляет со светлым праздником вице-спикер парламента Аза Хашиева и депутат горсовета Назрани Юсуп Богатырев. Старший сын Любы Оздоевой Хусен отдает долг родине. Материнское сердце пусть и болит от разлуки с ним. Однако переживания она не показывает ни домочадцам, ни гостям. По-другому сын поступить и не мог, говорит мать. С детства готовый помочь каждому. В трудную минуту для страны он не остался стоять в стороне. Хусен Оздоеву 54. У него 4 детей. Долгое время служил в подразделении ОМОН. В специальной военной операции участвует уже 2 месяц, рассказывает брат Ислам. Недавно вернувшись домой, со словами «не могу бросить товарищей по оружию», уехал обратно. Телефон доктору, они уже запрещенные, телефон нет, а сейчас есть вариант, что я все нормально, получен, дикие счастья высоко, что я камел держу. Нежная, добрая, заботливая, ласковая, самое лучшее. Все это о маме. Последнее воскресенье ноября у каждого есть повод просто сказать спасибо той, кто всегда нас поддерживает, заботится, любит и ждет. Хочу поздравить всех матерей с этим праздником, пожелать им удачи, любви, терпения, здоровья, чтобы все матери дождались своих сыновей, чтобы им не пришлось оплакивать никого из них. Сердца матерей вдов погибших сослуживцев согрели сотрудники Росгвардии в рамках всероссийской акции «С любовью маме». Военнослужащие навестили мать Хасана Цароева, погибшего в результате нападения на Республику вооруженных преступников в 2009 году. Хасан Цароев проходил службу в ОМОН и был удостоен многих наград, в их числе медали за ратную доблесть, за боевые отличия. Со сладким президентом гости навестили также вдову Увайса Алиева. Старший лейтенант полиции ушел из жизни 2 года назад при исполнении служебных обязанностей. У него осталось 5 детей. Рафиде Алиева и росгвардейцы вручили сладкие президенты и поздравили с теплым праздником – Днем Матери. Своего сослуживца они запомнили как мужественного, трудолюбивого и порядочного человека. Да, ты к нам согласен. Олха кичуар, сагас хавиха шхамар, бисин хвадяш, а телефон тухевар. Заменить тебе везде, сак хавиха анчал, да акуцу из айлчи. Мало проблемец, али хавей, сак да акити, ишта уудр. Сайта хатри хамацин. Ваш тайд алжуегир хулта дацр, Аллаху гешт олдун, Аллаху гагит молб. Никто не любит сильнее материнского сердца. Одни живут с мыслями о звонке от сына и его благополучном возвращении домой. Другие хранят светлую память. Его черты и характер видят в любимых детях и внуках. Светлый праздник, День Матери – это еще один повод поблагодарить их за воспитание дочерей и сыновей, достойных и смелых. Дана Плеева, Ахмед Горбаков, Магомед Белакиев. Новости 24.